Всех приветствую у себя на канале, с вами я, Андрей Шутов. Я пострадавший от психотеррора, в открытой фазе нахожусь с 2012 года. На моем теле ставят тайные эксперименты, ну, как говорится, жевают сосвет. Вот. Под психотеррором я 7 лет, проживаю я в городе Гомель, в стране Беларусь. Сейчас правительство уничтожает всех инакомыслящих людей с помощью спецслужб. Вот. У нас простых людей внедряют тайные технологии при операциях и так далее. Вот. Которые знает только это правительство. Вот. И всячески уродуют тело человека тайными экспериментами фашистскими. Вот. И сейчас я продолжу ту тему, в которой расскажу, какие же пытки они применяют. Далее мы видим костный скелет человека, это мужчина. Да? И смотрите, я назову сейчас эту пытку, которую ко мне применяют чаще, для того, чтобы мое тело было недееспособным. Тело у человека – это основной его, основная часть общего организма, да, все тело. Вот. Основной субъект, да, целостность организма, с помощью которого человек, не функционируя, если у него не функционирует тело, то он недееспособен вообще фактически. Ладно, если рука, нога там как-то, но если ему больно вообще всему телу, да, то жить он просто не сможет. Поэтому я назову эту пытку гвозди в тело. Когда в человека в определенной части тела вбиваются такие гвозди, и когда он просто не может повернуть даже, не знаю, конечностями функционировать, да? Для чего эта пытка делается? Для того, чтобы он не смог жить, работать, передвигаться, заниматься спортом и так далее. Смотрим. Значит, я показываю. Значит, соберется этот гвоздь, да? Там он у себя, этот психооператор, он, видимо, на компьютере вбивает этот гвоздь сюда. Вот это место будет вот между костями чаще, вот здесь. Потом еще один гвоздь он вбивает сюда, тоже это место будет между вот костями, где мышцы. Это хитрая схема, хитрая очень схема, научная. Потом вбивается гвоздь еще вот сюда, в это ребро. Сюда вот. Тоже. Пошевелиться вы не сможете. То есть это будет больно для вас. То есть работать, отжиматься, подтягиваться вы не сможете, потому что это очень больно. Вот. Потом еще вбивает сюда. Вот сюда вот. Вот в эти места конкретно вам показываю. Вот. Так, потом объясняю еще раз. Вбиваются вот эти суставы гвозди. Так. Вот сюда вот. Сюда. Чтобы вы не смогли руки разогнуть. Вот сюда вот. Потом сюда. Тоже вбивается гвоздь. Между костями вы не сможете, то есть ничего не поднять, ничего. Вот. Между костями вот сюда вот вбиваются, там где разгибается у вас рука. Даже может быть ныть целая мышца, то есть, да. Вот эти вот части тела, да, они у вас будут ныть без причин вообще. То есть объяснения никакого нет. Просто вам вбили сюда такие вот гвозди, и у вас вот эти вот части тела, вы ни руку не сможете разогнуть, нифига. Хотя вы ничего такого, никаких физических упражнений, вы, ну как бы, не делали такого, чтобы у вас так все ныло тело. И ныть оно у вас будет неделями, месяцами, просто так. Идем далее. Дальше идем. Значит, чтобы вы не ходили, вам вобьют гвозди вот сюда вот. Вот. Если вы типа будете чем-то заниматься, вам эту боль усилят сюда вот и сюда вот.
Вот сюда вот, чтобы вы ножкой не функционировали, чтобы вам было больноватенько поднять ее. Вот. То есть постоянно у вас эти боли будут постоянно. То есть чаще еще вот сюда. Показываю еще раз. Вот сюда вот. Чтобы вы просто не смогли функционировать вообще уже, да. Ходить вам было больно. Вы ничего не смогли делать. Вот. Чаще у жертв психотеррора эту пытку делают тогда. Ну, вот. Еще могут чашечки убить. Сюда вот тоже. Сюда. Сюда. Просто вы можете идти, у вас может резко даже не схватить. Ну, болеть в коленке. Резко. Просто так, ни из-за чего. Вот так. И в момент этой пытки все раны, которые у вас есть на теле, то есть какие-то поражения, если вы где-то порезались, все, у вас будет это резко ныть, все ныть. Если у вас есть какой-то порез, допустим, на теле, когда эту пытку применяют, когда высасывают у вас при этой пытке ткани, чтобы у вас все ныло, именно когда вы будете двигаться, у вас будут болеть конкретные вот участки тела. Остальное тело у вас будет нормально. Конкретные участки тела у вас будут болеть. Хуже всего, я объясняю еще раз. Это вот место. Вот это вот место, наверное. И шея, где позвонок, если. Чтобы вы не смогли двигать шеи. Если это все совокупно, получается вот такая вот схема, все. Ну, то есть вы ничего не сможете сделать по жизни. Не работать, не ходить. То есть. И эта пытка, она будет длиться у вас месяцами. То есть. Все это делается для чего? Смотрим. Значит, вот здесь у вас появится уже, да, жирок. И здесь бочки уже появятся у вас. Вот здесь вот у вас мамончик уже будет спокойненько через месяцок. Потом, если вы будете все равно усиленно бегать, все равно будете пытаться снять с себя этот жирок, вам ударят, да хоть куда-нибудь, сюда вот. Куда-нибудь в печенку. И у вас она зажмет так, импульс боли будет такой, что вы не сможете даже вздохнуть, допустим. Ну, я не этот самый. Я не знаю. Надеюсь, я туда показываю. Вот. Я не врач. Вот. Кишки постоянно бурлеть у вас будут, это понятно. Ну, я объясняю сейчас про эту пытку. Вот что они делают. И в момент этого они, естественно, продолжаются далее пытки. Вам не дают спать и так далее. Вот. Тело все у вас ноет. И эти гвозди, пока этот ублюдок не нажмет у себя кнопку, все операторы, у вас они никуда они у вас не денутся. Получается вот такая вот схема. Вот. Как это все делается? Чаще всего, как это все работает? Значится. Получается, этот человек, какого? Псиоператор, выбирает какой-то один момент, когда вы, получается, ну, сама система научная, когда вы, получается, как-то ударились там или позанимались спортом, и вы такого фактически ничего не делали, ничего не делали. Но если вы пробежались, допустим, сходили на пробежку, он вобьет вам гвозди вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. В тот же момент у вас сразу, в тот же буквально день у вас ноги просто отвалятся. То есть начнутся спазмы по мышцам, спазмы, и вы просто не сможете ходить. Вот и все. То есть, хотя такого не должно быть. Это должно быть на следующий где-то день хотя бы. Но это начинается сразу, под шумок. Вот.
Потом далее, он подбивает гвозди сюда, сюда, сюда. Якобы вы такой нифиговый спортсмен, вы там уже, не знаю, занимались неделю целую. И все, и разогнуться вы не сможете. Но я стараюсь заниматься спортом по мере возможности. Если я хожу еще, то я могу бегать, ездить на велосипеде, всячески заниматься спортом. Вот эту пытку этот псиоператор применяет чаще всего для того, чтобы жертва сидела больше за стулом, ничего не делала, заплывала жиром, вот, и больше походила на увольня, да, перед дискредитацией. Когда уже идет дискредитация, получается, им моют мозги всем этим чебурашкам, да, которые вас троллят, что вы типа якобы невменяемый человек. Возможно, у вас какое-то психологическое или психическое расстройство, и вы типа клиент психушки. Они делают это для того, чтобы вы были по методичке психиатров полненький такой мешочек неполноценного ГГ, да? Чтобы у вас мордашка была потолстее, чтобы у вас бачки были пожирнее. Вот такой вот типа недоразвитый человечек, типа. Но это могут сделать просто так, без всякой цели, я хочу сказать, чтобы вы просто-напросто болели всем телом. Просто ради удовольствия. Вот такая вот пыточка. Пытка вбить гвозди в тело человека. Ее применяют, естественно, на мне. Вот. И эта пытка она может не прекращаться в принципе никогда. Просто чтобы вы сидели фактически дома. Ему как бы надо за вами, получается, на вас как-то воздействовать. Если вы выходите из дома, у вас пропадает среда, да? Среда там стуков, каких-то экспериментов, там, если это подосланные твари, которые у вас живут выше и ниже. Если свой дом, то просто будут пытать. Пытать, чтобы вам было неповадно чем-то заниматься, даже ковыряться на огороде. Вот так вот. Пытка вбить гвозди в тело человека. Надеюсь, моя информация была вам полезна. Подписывайтесь на мой канал. Рассказывайте всем пострадавшим о нем. Пускай дают интервью. И делятся той информацией, вот, чтобы люди понимали, что сейчас спецслужбы творят высокотехнологическими средствами, вот, которые имеют на вооружение против мирных граждан, которые неугодны этой системе по их якобы меркам, да. То есть это фашисты, которые истребляют сейчас людей. Это самая большая угроза, потому что психотронное оружие страшнее, чем атомное, ядерное и оружие любых масштабов. Это не вирус, это сейчас делают люди против основного населения инакомыслящих, добрых людей, которые сейчас против мирового порядка, против мирового правительства. Так что не забывайте, вы можете быть одним из них, если вы не согласны даже с политикой вашей страны. Вот и все. С вами был я, Андрей Шутов. До связи.